Здравствуйте. По правде говоря, я не особый фанат мини-игр, но одна из них меня затянула. Речь идет о режиме Prison Evo. В основном здесь нужно копать блоки, прокачиваться и сражаться. При достижении определенного уровня вы открываете новые локации в шахте, получаете доступ к более сильным боссам и новым предметам. Также здесь есть некоторые интересные фичи, которые, пожалуй, покажу вам по ходу моего продвижения. Сперва я решил поиграть на этом режиме с моим старым другом. Навстречу приключениям! Я, кстати, немножечко уже поиграл, покопал листвы. И вот я уже прокачался до второго уровня. А ты можешь прокачаться? Ты же вроде тоже рубил листву. Обалдеть, офигеть, нет, у меня первый уровень, я пока ничего не прокачал. Но зато у меня есть куча листвы. Тебе дать листву? А ты ее можешь продать? Опа. Подожди, я как ее продавать? Продать блоки. Во, я продал. Что? Я продал блоки. Нажимаешь на меню, вот эту вот звездочку, и потом продать блоки посередине. Продать блоки. Ух ты. Круто. У меня 5000 баксов. Не понял. Что? Ты смотри, меня кто-то кусает. Кто тебя кусал? Там какая-то была... Мышь? Да, но только она была подписана белка, а сама была иссушителем. Иссушителем? Ну вот, смотри, вот она, вот она. Вот, смотри на нее. Белка, да, давай месить ее, убивать. Она ведь не похожа на белку. Алло. Он убил нашу белку? За нас? Ого, блоки. Не продавай, выбрось. Почему? Не понял. У меня баланс. Какой баланс? Хороший баланс. Чего? А чего не... говоришь? А? Сколько у тебя баланс? У меня, да там, 5000, там, 6000. Точно? Да, да, да. Андрюха, я не понял. Не понял. Да не понял. Что происходит? Я не хотел. 4 что? 4 миллиона. Повтори. 4 миллиона. 4 миллиона? 4 миллиона? 4 миллиона. Я уже почти самый богатый человек на сервере. Ну это, наверное, смешные деньги для некоторых игроков. Поэтому я не... А мне? Почему Андрей это скидывает? Почему? Чье это вдруг? Они думают, что ты девушка или что? С именем Андрюха? Они реально к тебе подкатывают или что? Мне отдай блоки. Я их конфискую. Давай блоки, я сказал. Вот. Мне интересно, сколько все, стоит один блок. Все. Продай, пожалуйста, один блок. Мне просто интересно, сколько он стоит. Немного. Давай мне. Сколько стоит? Да там копейки. Гроши какие-то. Там что-то 3000 вроде. Да, ага, дали. Ага. Ну, 3 может, 3200, может. Миллион мне перепал за 64 только одних. Это там рандом, полный рандом, наверное. Вот мне не повезло, мне дали 3200. А тебе 30 миллионов? Или сколько? 3 миллиона тебе? Деньги? Какие деньги? Так, а что я могу сделать? Какие-то деньги там требуют. Мне, правда, ник сменить. Зачем? Назову Олеся. Олеся? Олеся 999. Мальчики, привет, как дела? Вау, смотри, что у меня есть. Так, дай мне кирку, пожалуйста. Или где мне ее взять? А ты купи. А где? А как? А в магазине. А как? А в магазине. Используй меню, чтобы открыть магазин и прокачать ножницы. Обалдеть, а мы до этого как бы прокачивали, да, уже все, много всего. Так, задание выполнено. Копая блоки и выполняемые задания, ты получал шарды. Ты получал? Я еще ничего не получал. Я потратил 10 миллионов. Например, для покупки и улучшения посохов, также в меню есть отдельное для прокачек. Каждое улучшение требует шардов и имеет несколько уровней. Используй меню, чтобы открыть страницу прокачек и повысить шанс выпадения шардов. Прокачки. Магическая пыль к выпадению шардов. Задание выполнено. Так, в меню есть раздел достижения. Ага.
первые деньги. Ого, заработать 100 тысяч баксов. Ну да, это я сделал. В тот момент я не мог понять, как именно мне выполнить достижение. Оказывается, нужно было нажать на зеленое стекло, и только тогда испытание будет считаться завершенным, и вы получите награду. Черт. Ножницами сейчас порежу. А может, не надо? Надо, Андрюха, надо. Получай. После своего поражения Андрей ушел, а я продолжил развиваться. О боже, что, что, червь? Ничего себе. Мне из него глаз выпал. Взрывная бомбочка. Ага. Тут грибы раздают. Ну, класс. Бум. Сейчас буду сражаться с моим первым боссом. Уже начинается что-то. Нет, дайте мне, дайте мне. Дайте мне ударить. Я хоть раз по нему попал вообще. Ну, вы... Все? Мне ничего не дали? Да. Что ж, на этом пока все. Но я планирую играть и дальше на этом режиме, поэтому ждите вторую часть моих приключений, и если вы хотите сыграть вместе со мной, то заходите на сервер Diamond World. IP будет в описании. Увидимся.